Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Brawl Stars. Так, 6 ящиков нам еще нужно для того, чтобы открыть мега ящик, насколько я понимаю. Так, по заданиям. Давай-ка мы глянем. Так, нам нужно 4 боя выиграть Эдгаром и 15 раз победить бойцом Джеки. Также у нас Перлом выиграть 5 раз. Блин, жалко, вот здесь вот нет у нас нигде Эдгара. Было бы, конечно, бы круто. Ладно, ребята, давайте попробуем. Эстафета «Опаленный камень». Не хочу никакой эстафеты. Испытание с мегаящиком. Ну, давай попробуем испытание с мегаящиком, ребята. У меня, кстати, вчера почему-то не происходил поиск игроков. Я хотел вчера поиграть, а у меня вот поиск игроков зависало, и все, и никого не находило. Блин, команда, конечно. Команда тут, конечно. Будь здоров. Так, пойдем-ка мы, наверное. Но, потише, потише. Да чтоб тебе, ты посмотри, что делает, а. Блин, почему у меня отравление, ребята? Меня это отравление уже запарило. Опа. Ну я тут сам виноват. Так, сколько у нас? 7 на 7, ребят. Ну иди сюда. Фенгай, он завалил, прикинь. Ребят, мы проигрываем. Пипец. Че я постоянно лезу? Да. Неудачно, блин. Ну, я, ребят, не скажу, что команда плохо играла. Так, бесконечной жизни. В данный момент я вообще сыграл отвратительно. Просто отвратительно. Отравление, во-первых, у врагов, ну, какое-то лютое, блин. Почти все хп отнимает. Так, ё-парасоте. ЕМС тут. Сибирская язва. Ага, ворон. Поехали сюда. Будет пшикать, как думаешь? Ну нафига, ну. Давай сюда спрячемся. Блин, он меня завалил, а? И опять проигрываем, ребят. Да какого фига-то, блин? Бью-бью, он меня замаливает, блин. Все, тут уже, ребят, 10 этих. 10 побед у них. У них еще и звезда. Смотри, кто сидит. Ну, наконец-то я ему отомстил, гаденышу этому. Ну! Двенадцать на 13, да? Это что сейчас такое было? Ну, вали, вали, отлично. Ой, лишь бы нам не лопухнуться, друзья мои. Есть! Тут хорошо получилось. Да? Прям шикарно. Награда за первую победу. Эпик. Так, это для Макс. Ага. Ага.
Ну что, я, наверное, еще разок. Попробуем. Как говорится, тряхнуть стариной. Это ли он? Кто это? Кто это? Непонятно, ребят, кто это там был. Ой-ой-ой-ой-ой, звездочка. Ну чё ты там, ну? Понятно, короче. Сунулся, называется. Да ну с этим дед, ребят, ну чё этот дед, ну просто ни о чем. Давай его сюда, гони. Дед, ты будешь сегодня играть или нет? Смотри, этот дед, блин, ни шиша не делает. Стоит как тормоз, блин. Да. Зря, ребятушки. И он меня вымораживает, если честно. Только хотел завалить ее. И не получилось нифига. Только сделал прыжок и все. Давай двигаться. Я не знаю, ребята, Эдгара надо прокачивать. И в то же время, ну, не хочу я на него тратиться. Ого. У него уже скинчик. Это же этот у нас, Эль Прима, насколько я помню. Ну что, если я сейчас возьму звезду. О-о-о-о, начинается. Так. Ага. Этот, короче, ребят, не даст мне нормально жить, я так понимаю, да? Просто не даст. Ну иди сюда, гаденыш. Пора прыжок делать веры. Прыжок веры сделал, но не получилось, ребят, их расколбасить. Кольта завалили. Ага. Это был двойник, твою мать, а. Ну все, опять фейл. Да. Дай-ка я, наверное, блин, стрелка надо брать. Наверное. Но мне нужно 5 игр отыграть за Эдгара. Я только одну отыграл. То есть даже не отыграть, а нужно побед. Блин, тут этот Пайпер. А Пайпер что делает? Да, стреляет, блин, за километр. Да, у них команда там, смотри, кстати, какая. Давай сюда пойдем. Ты сейчас серьезно? У Пайпера уже был накоплен суперудар, друзья. Да какого лешего-то? У нее суперудар-то накапливается, блин, за 3 секунды. Она сделала недавно суперудар и опять его же использовала. Здесь, блин, что-то делать. Ну, с одной пули выносит, блин. Ну, ребят, это не вариант. Это не вариант. Короче, тут я столько фейлов наделал, что... Ребята, уйдите оттуда, если по вам сейчас попадут.
Это сам я, ребята, виноват. Прыгнул. Слушай, ну меня бесит Пайпер. Почему у нее суперудар на суперударе? Давай-ка я возьму кого-нибудь другого. Хрен с ним, с этим Эдгаром. Так, кого тут взять лучше мне? Печку. Подожди, у нас там задание на кого есть? Такс. И двойных-то, главное, нету, блин. Так, Леон и Леон. Вот, ребята, два задания есть на Леона. Давай Леоном сыграем. Поехали. Попробуем за Леона отыграть. Может, оно будет получше. Так, Нита, этот пес шелудивый. Опа, опа, опа. Вот тебе и опа. Жопа. Давай-ка обманочку сделаем. Да ну! Это что такое сейчас было? Офигенно, 15 этих. Нет. Они подбили того, у кого была красная, синяя звезда, ребят. Если они уничтожают именно с синей звездой, соответственно, идет больше прибавка к убийствам. У меня звезды не было. Мне такое ощущение, что они играют по гарнитуре. Не может в хаотичном порядке, ребята, все это вот так вот происходить. Ну, Пайпер, блин, 33 выстрела. У нее должен быть один выстрел, и все, ебаю. Она должна курить, блин, нет? Вшивая Пайпер. Как она меня увидела в кустах? Ну, хочешь сказать, что на шару выстрелила? Я сомневаюсь. Ёпарасете, блин. Нафиг ли твое Е? Каратиста здесь не завалили. Ну ё-моё. Еще, ребята, одну победу нам надо. Кактус вон там, он кружится. Пойдем, что ли, с кактусом разберемся. Есть. Хотя бы так. Блин, ну Пайпер, конечно, да. Так, ну что, это еще одна звезда идет к нам, да? Или не идет? 8. Получается, нам нужно еще 4 звезды набить. Я не знаю, может быть, оно того не стоит, но... Мегаящик, все там, мегаящик, мегаящик. Давай попробуем получить... Так. Барри. Барри. Так. Ну ты видишь. У них там Пэм. Кто-то в кустах же здесь стоит. Разве нет? Опа!
А что они делают на нашей территории, ребят? Такой вопрос меня интересует. Так, Пэм осталось. Отлично, отлично, ребят. Фух, справились. Ой, с горем пополам. Так, выиграй бой 3 раза. Угу, угу, давай заберем. 10 кристаллов, конечно, мало. Так, подожди, у нас там по заданию что, ребята? Так, еще 3 поединка здесь. Ну, короче, 3 поединка, надо выигрывать еще. Так, а что вот это такое тут? Захват кристаллов, побед. Руины храма. Броубол, блин. Захват кристаллов. Блин, а как в броуболе выиграть? Я черт его знает. Такс, Эдгар. Каратист тут. Блин, ну придется попыхтеть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сунулся. Закидывает, да? Закидывает гад-бомбочками своими. Чё за хаос-то там, ёпростет, происходит? Эдгар, куда ты напрыгнул? Ну там же их куча целая, ну... Кто вот это вот бегает, я не могу понять. Спасибо. Отлично. А Эдгар помогать нам не будет, да? Черт, он меня подбил. Отнимут сейчас кристаллы, ребят. Ну, блин, пипец, короче. Да Эдгар тупорылый, да что он бегает-то здесь? Вообще идиот какой-то, он вообще ничего не делает. Просто бегает, блин. Ребят. Да. Просто пробегал всю игру. Он даже не ударил. Я не видел, чтобы он ударил хоть разочек. Просто хотя бы разочек ударить, нет? Бегал там. Шнырь последний, блин. Пиу-пиу. Понятно, короче, тоже тут команда засранцев, блин. Да грохните вы этого хлумьё. Он тоже, да, воспользовался этой фигней. Я вам там звезданул. Грохнул все-таки. Но! Че, блин, 2 что ли шлепнул? Так, отойдем. Что у меня не было энергии, что у него. Ну все, тут проигрываем. У кого там львиная доля этих сюрикенов-то, я не могу понять.
Грохнет же сейчас, ну! Эдгар, блин! Ладно, он 6 хотя бы урвал. У него хотя бы есть 6. Пиу! Пиу готов. Опять у них, блин, преимущество, блин. Они все кристаллы собрали, друзья. Да не получается ни шиша. Пиу, 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 и все. Да, практика, практика, еще раз практика. Ну, посмотрим, тут тоже Леон. Запалил 100%. Пузырчатый дерьмантин. Так, это Динамайк, ребят. Ага, двойничка тоже, ребят, вызвал. Что этот единорог вообще делает, а? Вот. Ну, куда ты бьешь-то? Уходим, 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 уходим. Им сейчас придется, ребята, выбегать. Замечательно, да? Звезданул. Ну, если ты в защите, ну фиг ли ты, блин? У нас кристаллы? У нас. Так, пожалуйста, не лезьте туда. Давайте вот тут вот передохнем аккуратно. Ну их нафиг туда врываться. Так, допустим. С горем, блин, пополам. Так, получается, надо еще, ребята, 2. Еще 2 звезды, и тогда мы вскроем с тобой этот мегаящик. Ой-ой-ой-ой-ой. Эль Прима, у них тут тяжеловесы. У них тут тяжеловесы. Я тут что-то мне подоставалось. Ладно. Где-то Нита здесь, ребят, по-моему, нет? Фига там рванул. Это кто так рванул? Джинчик там бедный. Ну, что я могу сделать? Ну, застанил он меня. Ну, что тут, блин, сделаешь? Фейлю кристаллы, да. Я, по-моему, больше всех здесь поддуплялся.
Пошли. Они где-то ныкаются, ребят. Двоих, да? Псих. А, он еще и с этой супер крутой. Все, проиграли, короче. Тут даже бесполезно уже бежать куда-то. Как коряво играем, ё-моё, а. Самое, знаете, что плохое? Когда привыкаешь к одному из какого-либо бойца, долго на нем играешь, потом переходишь на других. И все так очень плохо получается. А это кто такой? Ну это не похоже на Пайпер. Это Леон, это двойник, походу, был, да? Ну да, это был двойник Леона. Так, засветился, ребята, этот Эдгар. Да что это за стрелок-то такой? Не могу никак врубиться, блин. Опа! Ты понял? Хмырь тут сидит. Был двойничок, да? Ну, мне переживать нечего, кристаллов у меня нету. А вот этого парня надо прикрывать. Вышел. Выбежал, блин. Такая мумия, да? Неплохая. Так, ну, какой-то персонаж, походу, дела. Так, ну что, получается, мне нужна последняя звезда. Для этого супер-мега ящика. Насколько я помню, сегодня последний день розыгрыша этого ящика. Блин. Кто вот это такая, не могу понять. Похоже на Пайпер скин, что ли, у нее новый. Я не знаю, ребят, пока непонятно. Эть. А этот с куста ходит. Ну и молодец, правильно. Сиська тайм. Ой-ой-ой-ой. Нет. Валите Спайка. Налево. Ну что, будет победа? Будет. Ой, хорошо. Пожертвовал собой, блин. А это в кустах-то? Обезьяна попрыгулька. Так, и здесь выполнил два задания. Ладно. Давай свой мега ящик. Посмотрим. Или это не мега ящик? Нет, мега ящик, ребят.
Очки силы 65. 23. 2 монеты. Это кто? Это новый скин пещерный Фрэнк. И все. Ну и, ребят, ну и что? Ну... Следующий бесплатный ящик через 12 звезд получается. Супер редкий. 200 силы. Так, за Леона, по ходу дела, сделал я, да, задание? Ну да, за Леона сделали. Тут остается у нас... Макс. Если тут за Макса играть, потому что... Эш и Мистер Пи у меня не прокачаны. Макс только лишь остается. Давай попробуем за Макса. Так, Макс, Макс, ты где у меня? Вот. Можешь ее качать чуть-чуть. Так, тут что у нее? Макс бросается вперед во время броска на невосприимчивого к любому урону. Макс отправляет к выбранному месту. Макс отправляется к выбранному месту с задержкой в 3 секунды и восстанавливает весь полученный за это время урон. Что лучше? Наверное, бросается вперед и пофиг на урон. Наверное, так будет эффективнее. Я же выбрал Макс, но... Выбрать. Блин, а у нас броубол. Тьфу. Так, а что, ребята, я в броуболе сейчас, ну максимум сколько тут? О, подарок. Подарок, мега ящик. Ну-ка. А, тут предметов мало, ребят. Да. Не очень, конечно. Не очень, так скажем, выгодный мегаящик был. Да я не хочу подтверждать покупку. Чё ты прицепился ко мне? Ворон, ворон, воронок. Ну, там получается что, броубол? А, нокаут, ограбление. Ну, сейчас будет вообще трэш. В броуболе. Все же знают, что это для меня просто трындец. Взяли себе команду, блин. Динамайка тут. Кактусы идиотского взяли. А кто с мечом-то, не пойму. Понял, Фрэнк. Куда ты пинаешь-то, господи? Пошли. Ёпрста, вот это попал. Застанил меня, короче, этот Фрэнк. А тот гаденыш, и будь здоров. Наяривать. Надо этого динамайка, ребят, как-то щелкать. Щелкнул. Ну погнали. Ну. Отлично. Сейчас будут психовать, да, голодранцы? Ну, есть! Красавчик воронок.
через распасовочку сыграл. Через распасовочку. Видишь, она делает рывок вперед. Я думал, там будет рывок офигенный, а он очень... Опять, смотри, опять же берут этого Фрэнка. Я так понимаю, ребят, для того, чтобы станет. Гад, пробил. И понимаю его, зачем здесь брубол. Пробивать, ребята, это... Как называется-то? Да, Фрэнк, это... Ну, зашибись. Чё так тупанули-то все на Фрэнке-то, ну... Закатится, да? Тебя сейчас забьет просто-напросто. В уголочек. В общем, зачем здесь Бул нужен, ребята? Я вам объясню. Бул пробивает нам... Как тебе объяснить? Пробивает прямую зону к воротам. Фрэнк здесь нужен для того, чтобы бомбить. Поэтому здесь, наверное, действительно от Була будет больше толку, чем от этого. Ну, мне, видишь, мне надо задание, ребят, выполнять. Мне надо выполнять... О, печка бежит. Понятно, Фрэнк не дал ему. Ну, в принципе, нормально. Фрэнк, погнали. Есть. Забил таки гол. Да какой ты, блин, мяч не взял? Ну нафига ты его взял, блин, ну... Фрэнка даже нашего завалили. Когда они умудрились его бомбануть-то? Да, супер фреш. Добивает его, да, все, молодцы, побежали. Малорик, красавчик. Обставил говнюков этих мелких. Супер редкий. 100 монет. Так, ну у нас получается 2 звезды. Нам еще нужно 10. Нам еще нужно 10. А интересно, а мы наберем 10-то? Ну тут одна, да? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. А как же я тогда получу тут? У меня не получается. Так, нам сколько еще нужно побед сделать за Макс? А за Макс все. За Макс больше ничего не надо. Теперь у нас Нита, Пока, либо Барли. Кто тут, интересно, будет лучше? Нита? Наверное, Нита будет. Или Барли? Наверное, все-таки Нита. Хотя и Барли тоже неплохо, но возьму Ниту. Возьму Ниту. В броуболе, конечно, Нита. Ну а почему бы и нет? Да ё-моё, опять у них. Опять, ребята, у них там это. А у нас команда Фуфло. Просто расклепал.
Да. Ну мы будем сегодня возрождаться-то или нет? Я ни хрена не понимаю, кто тут, что тут? Опять застанили, ну ебрён матрён. И они идут. Я даже не успел дотронуться, ребят, до мяча. Ну вот, смотри, вот они нам пробили с тобой всю эту локацию. Они пробивают, ребята, вот эту локацию, чтобы можно было проще забивать. Короче, нафиг. Берем с тобой Була. И делаем так же. Так, у нас денег все равно нету. То же самое, ребята. Я буду пробивать им... Надеюсь, команда поймет. Буду пробивать им проход здесь. Но опять же нужно на супер ульте это делать. Погнали. Есть. Даник забивает гол, блин, пока я там с этим разбирался. Я застанился. Фига себе, пипи. А чё так быстро-то нас развели? Все, меня застанили, блин. Погнали, блин, быстрее только надо все это делать. Костя. Есть. Рип. Рипчанский забил. А рип-то... Ага, это Мортис. Так, теперь у нас идет нокаут. Ну, в нокауте в чистом поле, я думаю, друзья, мы тут не понадобится. Бул... В нокаутах лучше кого-нибудь взять, типа Динамайка. Типа Динамайка и... Ускорение в кустах сделать? Да, у меня денег нету. Ускорение в кустах. Так. Поехали. Блин, а там потом ограбление. Я вообще терпеть не могу ограбление. Ой. Ну, понятно, короче. Пузырь здесь этот будет. Один на один, что ли? Прикинь, а как он, чмошек, появился прям передо мной? Офигенно, блин. Нормально, друзья мои?
Ну, бомбанете вы его? Добегался хмырь болотный. Фига себе он, блин. Телепортатор сраный. Пайпер осталась, да, одна? Была одна и сдулась. А этот хмырь, да. Чпок, телепортнулся ко мне, главное. Выследил же еще, а? Паршивец этакий. Погнали дальше. Не, наверное, ограбление не буду, ребят, играть. Не хочу. Так. Музыка. Веселимся, блин. Я сам подставился, ребят. Сам подставился, виноват. И этот тоже вин... Ну, как? Пайпер против Пайпер. Ну, тут профессионализм решает, да? Автоатачит, понятно. А раз автоатачит, значит, хрен у него там что получится. Ну, давай. Может, ты... Он все думает, что он там стоит, да? Любая ошибка, во, зона пошла. Сейчас кому-то придется убегать из зоны-то. Выиграл. Красавчик. А вот тут я, конечно, да, ребят, тут я... В плане? А что такое было? Я даже ничего не успел сделать, ребят. Пипец. Ну, Пайпер тут все тут завалит ее, конечно. Нет, вариантов нету. Так, это ничья. Получается, третий раунд у нас. Надо аккуратно. Офигенно. Да. Тут видишь ворон. Ворон накопит свой суперудар и сделает прыжок. 100% тебе говорю. Развели ее. Специально. Знаешь, ощущение, что как будто по гарнитуре играли. Типа, стой, отвлекай, там я сзади пойду, ну, типа, сбоку выйду, уничтожу. Ну, выглядело вот как-то так, ребят. Что-то у нас тут команда, блин, одних этих... бомбардиров. Ай, Динамайк, Динамайк. Да при чем здесь Динамайк, если у меня руки кривые. Руки из жопы растут, фиг ты тут сделаешь. Динамайк тут ни при чем.
Пипец! Эти вот бомбы дурацкие, которые вот есть у Динамайка, которые он разбрасывает, это фуфел полный. Просто полный фуфел. Он их раскидывает, а толку ноль. Они не наносят нормального достаточного урона, чтобы, например, подбить бойца. Если только на добивку. Ну, на добивку. Не знаю. Пипец! Ну как так может быть, блин? Ёпрасы-то, я вышел, блин, и прям в меня попало, блин. Ну чё за чушь, а? Друзья. Ну как так может быть, блин? Этот бомбанул, и тот просто добил. Все. То есть, блин, быстро и... Ну тут быстро как-то получилось их запинать. Я не знаю, блин. Ну там это, конечно, да, ребят. Есть! Заклепал. Угу. Да нет, подожди, ребят, тут написано 11 дней, 19 часов еще будет доступно, так что... Так что, наверное, на сегодня я буду закругляться. Да потому что, ребята, время, надо на работу собираться потихонечку. Сегодня в ночную смену. В общем, отвратительно сегодня здесь поиграл. Просто отвратительно. Подставлялся. Почем зря. Ладно, ребятушки, на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.